Друзья, я хочу вам представить Евгению, чтобы она поделилась своим отзывом. Замечательным отзывом. Слушаем. Спасибо большое. Отзыв на самом деле замечательный, я с удовольствием им делюсь. Я хочу рассказать о том, что ровно год назад, в октябре, в конце октября, я сломала позвоночник. Это было, конечно, да, по моим жизненным позициям, да, корсет и все такое самое неприятное. Это перелом компрессионного позвонка, компрессионный перелом 10-го позвонка. Замыкательная пластина была, кусочек прям. Вот. Что хочу сказать? Я 3 месяца принимала то, что назначали доктора. И когда сделала МРТ контрольное, мне сказали, что динамики нет. Обратитесь к БАДам, посмотрите, что кто предлагает, может быть, вам станет. Пойдет это в помощь. Но какие БАДы, мне никто ничего не сказал. Коллеги посоветовали продукцию Фитлайн. Я, конечно, провизор, я долго думала, взвешивала. Потом все-таки начала принимать базовый сет и на минимальную дозировку базового сета. Через 2 месяца по результатам контрольного МРТ доктор сказал, у вас 100% сращивание перелома. Это было для меня просто подарком, потому что я чуть не потеряла работу и как бы уже не рассчитывала. До этого врач, в общем-то, говорил мне о том, что я буду 11 месяцев на больничном. На самом деле все обошлось в течение 5 месяцев. То есть 3 месяца я принимала кальцимин адванс и 2 месяца я принимала продукцию Фитлайн. Я хочу сказать, что у меня 100% сращивание перелома. Это есть на снимках, это есть в выписке доктора, травматолога, который меня наблюдал, он так написал. 100% сращивание перелома, трудоспособность. И, в общем, я через 5 месяцев уже была в строю. Да, я, конечно, ходила в спортзал, я создавала себе мышечный корсет, но без энергии активайза никакого спортзала у меня не было. Я просто лежала в корсете 1,5 месяца и пила таблетки, и не спала, и чувствовала себя отвратительно. Мое тело сохло, потому что мышцы слабели. И, в общем-то, представляете, какое настроение у меня было. И я, в общем-то, ничего не хотела. Я думала, что я уже не выйду на работу. Но на самом деле случилось, случилось. Я познакомилась с замечательной компанией. В общем-то, очень рада и не могу этим не делиться. Благодарю, Евгения. Будьте здоровы. Спасибо большое, что вы делитесь с такими видео.